проводим неочередное заседание КЧС города в рамках того прогноза, который представили наши метеослужбы. Федеральный и региональный МЧС планируется то, что резкие изменения и понижение температуры по отношению к природной ситуации. Ранее мы видели тот ураган, который был, и те последствия в целом по краю. Мы проводим такую масштабную работу подготовки. И, безусловно, коммунальный комплекс подготовлен качественно, но на всякий случай мы проведем ревизию подготовки, проверки наших аварийных бригад. Целый список мероприятий там разрабатывается. Сегодня утром, в первой половине дня, состоялось заседание краевой КЧС в рамках совещания с участием зампредседателя правительства и наших краевых служб МЧС. Я прошу это учитывать. Рекомендации будут подготовлены, направлены по всем учреждениям, организациям. И с учетом присутствия здесь наших партнеров СМИ, я попрошу эту информацию тоже потом довести до период непродолжительный, но в неделю ожидается очень резкое похолодание. И параллельно мы видим довольно-таки обильные осадки снега. Это ситуация. Вы все отслеживаете. Были случаи, уже и автобусы вычитали наши, буквально наши коллеги. Были перекрыты автомобильные дороги. И, к сожалению, в этот период выявились несогласия. Ну, для понимания, не было своевременно информации, сколько на данный момент автобусных маршрутов вышло с одного пункта в другой пункт. Я имею в виду, что те транзитные, приходилось реагировать уже по ходу работы. Вопросы есть, мы не работаем, реагируем. Я прошу всех присутствующих здесь информацию.